Минувшие выходные в подмосковных Луховицах состоялось первенство России по карате кёкусинкай. В этих соревнованиях приняли участие 6 представителей 13-го региона. 3 мордовских каратистов сумели завоевать медали российского первенства, а вместе с ними получили путевки на первенство мира по кёкусинкай, которое состоится в Румынии в мае этого года. Ожидаемые результаты были как бы те, на кого рассчитывали ребята, выстрелили. Конечно, хотелось бы первых мест. Вот, второе место немного обидное, в финале уступили. Будем стараться в следующий раз. Заняли кто вторые места, ребята. Там, в принципе, они поиграли по решению судей. Бой был равный. Можно было отдать победу им и, может, другим спортсменам. Судьи, наверное, посчитали, что те более лучше подготовлены, поэтому и отдали. Первым принес медаль в копилку мордовской сборной Артем Платонов, который выступает в возрастной категории 14-15 лет в весе свыше 65 килограмм. По пути к финалу наш спортсмен провел 3 успешных поединка, но в решающей встрече судьи отдали свои голоса за его соперника. Финальный поединок у нас складывался очень упорно. В каких-то моментах выигрывал я, в каких-то моментах сдал немножко. Ну и в конце получилось так, что все 4 судьи отдали в его сторону. Артем Платонов поедет на мировое первенство уже не в первый раз. До этого в 2015 году он уже становился серебряным призером аналогичных соревнований. А вот для Евгения Куркина участие в первенстве планеты по кёкусинкай станет дебютом на столь престижных соревнованиях. Это будет моя первая поездка. Я очень хотел туда добраться. Я очень готовился на этот чемпионат. И я понимал как бы всю серьезность и ответственность. И я, в принципе, готов подраться на чемпионате мира, если мне достоит такую честь. Евгений стал серебряным призером возрастной категории 16-17 лет, весит до 75 килограмм. В решающем поединке до победы ему не хватило всего одного судейского голоса. Точнее, голоса судей разделились. 2 отдавали победу Евгению, а 2 его сопернику. Поэтому решающим стал голос рефери, который отдал предпочтение нижегородскому каратисту. Тем не менее, в Румынию Евгений Куркин все же поедет первым номером, поскольку его сопернику на момент проведения мирового первенства уже исполнится 18 лет. Благодаря возрастным ограничениям получил путевку на первенство планеты и 3-й мордовский призер Илья Родионов, который завоевал бронзу весовой категории до 70 килограмм ценой травмы. Как только бой начался, мой соперник использовал запрещенную технику. Тем самым меня отвели в медпункт, к врачу, его сняли с соревнований. Мог и лучше, конечно, ведь нет предела совершенства. Победителю в категории до 70 килограмм, где выступал Илья Родионов, на момент начала соревнований в Румынии также исполнится 18 лет. Поэтому наш спортсмен уже получил вызов в состав сборной России и вместе с Артемом Платоновым и Евгением Куркиным в конце мая отправится в Румынию на первенство мира по кёкусинкай. Анастасия Мишкина, Александр Данилов, «Наши новости».